Nokia E50-2. Замена слухового динамика. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Nokia E50-2». Слуховой динамик, спикер, находится в верхней части металлической рамки дисплея. Спикер подлежит замене при перегорании. Если же он начал дребезжать, возможной причиной неисправности является засорение. В этом случае достаточно его вынуть из гнезда и прочистить. Плоской лопаткой поддеваем спикер и вынимаем его из металлической рамки. Сделать это довольно просто, поскольку динамик намагничен. Новый спикер аккуратно вставляем в рамку. Все, слуховой динамик заменен.